Гребные винты приводят в движение самые разнообразные суда, от яхт и лодок до атомных ледоколов. И чем крупнее судно, тем больше должен быть диаметр гребного винта, которому приходится усиленно трудиться, чтобы перемещать по волнам огромные грузы. Самые большие винты достигают высоты трехэтажного здания, а их изготовление требует уникального оборудования и навыков. На сегодняшний день считается, что крупнейший гребной винт весом в 131 тонну был построен немецкой компанией Mecklenburger Metalguss для контейнеровоза «Эмма Майерск». Во времена самых первых гребных винтов только на изготовление литейных форм уходило до 10 дней. Сегодня, благодаря наличию компьютерных технологий и роботизированных систем, автоматический манипулятор способен выполнить эту работу за 2-3 часа. Форма будущего гребного винта рассчитывается в трехмерном проектировщике. Затем она вводится в роботизированную систему, и манипулятор легко вырезает из пенопласта точную копию будущей лопасти. Далее, для получения точного оттиска, пенопластовую модель помещают в смесь песка и цемента и оставляют на несколько дней. После затвердевания форму, состоящую из двух половинок, соединяют и заливают в нее расплавленный металл. Гребные винты производят только из особого высококачественного сплава, гарантирующего высокую прочность изделия и абсолютную стойкость к коррозии в соленой морской воде. Этот сплав получил название куниаль по первым буквам входящих в его состав элементов меди, никеля и алюминия. Эффективность работы гребного винта напрямую зависит от обтекаемости и гладкой формы его лопастей. Винт должен свободно скользить под водой, не создавая вибрации, поэтому после остывания отлитую заготовку подвергают тщательной обработке, удаляя лишний слой металла и полируя до идеально гладкого состояния. Гребные винты должны иметь оптимальную форму для создания максимальной тяги, и прежде чем винт будет изготовлен и установлен на судно, проектировщики точно рассчитывают углы наклона его лопастей. Для того, чтобы регулировать тягу, не изменяя скорости вращения, а также использовать реверс без изменения направления вращения винта, сегодня создают гребные винты с переменным углом наклона лопасти, или, как еще говорят, переменным шагом. Данный тип винтов гораздо сложнее, тяжелее и дороже в производстве, однако он широко используется в современном кораблестроении.